Потустороннее и паранормальное явление всегда будоражило умы ученых и простых людей. Испокон веков человечество пытается доказать, что параллельные миры и существа, обитающие в них, существуют. Рискуя своей жизнью и психикой, человек пытается установить контакт с силами тьмы. Но стоит ли? В наше же время доказательством считается фото и видео, где засняты паранормальные сущности. А подделка или нет, это уже другой вопрос. Предлагаю посмотреть 5 видео с паранормальными явлениями и призраками. Про это видео я не нашел никакой информации. Ночью в доме по необъяснимым причинам отключился весь свет, и некое жуткое и агрессивное существо стало терроризировать мужчину. Это видео снято подростками из Америки. Они решили обследовать странный и заброшенный дом, где по слухам проводились кровавые ритуалы секты, поклоняющейся сатане. То, что будет дальше, смотрите сами. Dude, that smell is so bad. What? What? What is that? John, what is that? Come on, let's go. Let's check this out. Dude, that smells really bad. That is like... Guys, this smell is terrible. I think I'm gonna throw up. Guys, we need to go. I gotta puke. Check this out. I'll hold up on that dude. Whoa. Dude, you alright? Dude, are you okay? Hey, God. Dude,
Yeah, guys, we gotta, we gotta go, man. We gotta go. Whoa. Did you hear that? Oh my God! Go, 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 go! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh! Pull the police over. Okay, you gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go, 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 go. Help! Help! What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's... Это видео, снято еще в далеком 1991 году в Калифорнии, называется «Жизнь привидений». Видеоматериал является одним из доказательств существования потустороннего мира. Этот документальный цикл посвящен супружеской паре Кайл и Рита, которых в доме беспокоил некий агрессивный призрак. Даже был случай, что призрак напал на них, что вынудило их покинуть свой дом и не возвращаться туда никогда. Через некоторое время в доме были установлены видеокамеры, и вот что удалось заснять документалистам в этом жутком доме. На этом видео запечатлен призрак девочки в одном из офисов ночью в Англии. А на этом видео снято некое странное существо, которое попало на камеру наблюдения в одном из баров. Видео тоже из Англии.